флешмобы. Можно, пожалуйста, полный блэкаут? Вообще, нафиг все выключим. Это тоже. Телефоны сели. Я объясню, почему мы так делаем. Недавно мы поняли, что Влад Шаймин бутылек. И он очень любит свет. Когда очень много в зале света. И только тогда он сможет выйти сюда. Поэтому, ребята, сойдут телефоны. Ладно, если у вас телефон сел, достаньте зажигалки, пожалуйста. Или спички. Но не обычные спички, а именно спички, они больше горят, но обычно не подойдут. Я хочу! Убили! А теперь делаем так. Все уже поняли, да, что надо делать? Окей, ладно, хорошо. Что, ребят, петь готовы? Мне кажется, можно громче. Каждый день сквозь бледное стекло смотрю, и кто-то сквозь него по дням прожил бессмысленную жизнь. И что отмерил Бог, а этих он прожить был не готов. И 20 лет спал, но путник без пути. А под окном, как звезды, мерцают фонари. Каждый день сквозь бледное стекло смотрю, и кто-то сквозь него смотри на меня в ответ, печалью стирая следы прошлых лет. Yeah.
сейчас я пою, а повторяйте прямо за мной. Хорошо, договорились? Готовы? Хочу сыграть жатву на гитаре. Брат, извини, но... ты потом поймешь, почему это невозможно. Потому что жатва — это басовая песня, очевидно. Ну да, надо только на басу играть. Короче, у нас есть некоторые традиции, да? И вот следующие две песни, для них совершенно необходимо, чтобы все были вот здесь максимально. И чтобы все максимально пели. У нас есть... несколько таких песен, которые прям просто вот мы всегда поем вместе с вами. И это очень круто. Следующую песню я написал, когда был ковид. Было всем очень-очень грустно. И мне было грустно. Следующая песня называется... Секунду, стоп. Какой? Нет, ты еще попутал. Я попутал. А у меня знаешь почему? У меня проблемы с памятью. Потому что следующая песня называется «Как на память». Вот так.
Yeah.